Дезинфекция в режиме нон-стоп. После обработки последнего прилавка все начинается заново. Так сейчас проводятся санитарные мероприятия в самарских магазинах. В городе более 9000 объектов потребительского рынка. Их руководители предупреждены об участившихся случаях заражения коронавирусом. Маски, санитайзеры, перчатки покупателям раздают повсеместно. В нашем магазине все кассиры используют средства индивидуальной защиты, используют маски и перчатки. Посетителей мы также просим одеть на входе маску. Если у покупателя нет с собой наличия маски, то мы предлагаем одеть наши маски. Они даются бесплатно каждому покупателю. Во всех крупных торговых центрах, небольших магазинах и даже киосках наличие маски – обязательное требование. Продавец имеет полное право отказать покупателю в обслуживании, если тот не имеет средств индивидуальной защиты. В противном случае штраф грозит уже самому торговому предприятию. Начиная с марта этого года было проведено более 170 тысяч проверок, выявлено 945 нарушений. Администрациями внутригородских районов, отделами потребительского рынка в ежедневном режиме проводится мониторинг торговых точек, как на улице, так и в торговых центрах, так и в зданиях. Информация о выявленных нарушениях в виде материалов направляется в Управление гражданской защиты администрации городского округа Самара. Впрочем, строгие меры применяются все реже. Большинство самарцев уже привыкли к новому порядку. И практически все имеют с собой запас масок и средств дезинфекции. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.